Мы на месте. Мы приветствуем Вадима, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. У него ощущение, что он раздвоенный, как ангел и бес такого плана. Один весь такой спокойный, а другой мизинец и указательный палец поднятый, и он угогочит, даже не смеется, а у него вибрации низкие. Хорошо, он дает свое разрешение. Который гогочит, отгоняет, который спокойный дает. Хорошо, разберемся. Даю команду, значит, три сканера сканирует пространство над головой Вадима, под ногами 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Вадима, находит все. Демон вышел. Хорошо, демон. 16 герц. Хорошо, кто еще? Джин. Суккуб. Три нижних. Дальше. Красный дракон. Разжигал его. И гуманоид. Откуда гуманоид? Снимаются маски и голограммы. Все предстают согласно своему эфирному коду ДНК. Все те же. Хорошо. Итак, я повторяю второй раз свой вопрос. Откуда гуманоид? Он говорит, система, дальше не смогу произнести. Система. Мы уже встречались с этой системой. Это звезда, да? Где много разных цивилизаций живет. Он показывает, что это... В каком созвездии? Звезду вы называете Сириус. А, понятно, хорошо. Ну, это же не звезда, а это скопление, которое... Самое яркое он показывает. Самое яркое – это среднее, по-моему, да? Он не знает, что для нас яркое. Хорошо, оставим тогда этот вопрос. Сколько ты находишься в этом биополе, гуманоид? 5 лет, 6 месяцев. 5 лет и 6 месяцев. Хорошо. Красный дракон. Какой у нас красный дракон? 12:38. Сколько ты находишься здесь? 5 лет. Хорошо. Суккуб, сколько ты находишься в этом биополе? 2 года. Какой у нас джин? 18:94. Хорошо. Сколько ты находишься в этом биополе, синий джин? 3,5 года. Демон, 16-герцовый, сколько ты находишься в этом биополе? 9 лет и 8 месяцев. У кого, кроме демона, есть контракт с Вадимом? Ни у кого. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать другие вопросы. Даю команду тонкой копии Вадима спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, неуверенности энергии всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Сканер, дай мне полноту души Вадима на настоящий момент. 78. 78%. Хорошо. Демонов контракт. 22. О, 22. Разделены. 22% действительно. Между подключкой гуманоида и контрактом добровольным. Это демон говорит, да? Да. У нас гуманоида же не было добровольного контракта. Чем пришел? Ты отправлял копии гуманоид, скажи мне сразу. Нет копий пока. Есть конструкция, собирающая по частицам, по каплям. Понятно. Знаем такое. Ждем окончания реверса. У него конструкция как купол над головой. Пока реверс идет, сканер, просканируй сейчас Вадима на чистоте гуманоида, найди все его подключки, все чипы, датчики, импланты, конвекторы, все конструкции, все отключай до последнего чипа, датчика, выводи из биополя. Пошел процесс. У него куполы идут, провода с чипами к лицу, спине. Готово. Конструкция вышла. Выстраивая от Вадима прямой канал к этой конструкции гуманоида, реверсом отдаю все негативное патогенное низкое абрационное, что он получил от этой конструкции. Все мощным потоком пошло назад. Что идет? Но он жил по импульсам этой конструкции. Какой чип срабатывал, как у него было настроение. А кто ему, интересно, из вас мешал дойти до нас? Над клеткой ответственного загорается маячок. Демон мешал, гуманоид мешал, джин мешал. И джин мешал. А ты каким боком мне мешаешь, а, джин? Ну что, забрать у тебя в стоимость оплаты твою челму, твои магические кольца, серьги, твой сосуд с золотыми монетами, наказать тебя, джин? Какой оплаты? Ну а как ты же мешал работать мне? Ты влазил в мою работу, ты мешал человеку дойти сюда. Как ты собираешься это компенсировать? Или ты надеешься безнаказанным уйти? Я с ним связан, не с тобой. Я это учту при работе дальнейшей. А реверс закончен. Отлично. Так, установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Вадим забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3.
Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Вадим себе обратно, он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Забираем из конструкции гуманоида весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на чистоте Вадима находится мощным потоком, пошло назад. Усилию потоки в 50 раз. Ну что, демон, расскажешь за этот контракт или мне самому узнать все? Все просто. Он сам попросил, подтвердил свои ДНК. Мы и пришли. Он написал, как он нам написал, он сделал большую глупость, что-то написал. Он не говорил, что именно он записал. И о крови он говорил, что он заверил своей кровью. Мы услышали. О чем он просил? Начнем с этого. И дал ли ты ему это? Конечно, дал. Все радости жизни. Он гогочет опять, как в начале. И показывает на суккуба и джина. А, ну понятно, да. Суккуб и джин. Вообще это комбинация. Джин, суккуб и демон, это они перевернут все. Очень слаженно работает. Хорошо. Сканер, дай мне полноту души Вадима на настоящий момент. 92%. 92%. 8% находится наверняка в контракте. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Гуманоид. Что еще осталось на твоей чистоте в биополе Вадима? Ничего не осталось. Красный дракон. Выходи, вытаскивай свои платы, отключайся полностью, возвращайся назад, докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то оставит или забудет, он сгорит по каналу. Вынес плату. Суккуб, твоя очередь, выходи, отключайся, снимай все, что ты оставил. Что ты на него надел? Накидка? Нет, он его взгляд менял, надменный. Понятно. И наглый. Как это? И как это воздействовало на окружающих? Каким они его видели? Наглым и надменным? Неуклюжим тоже. И неуклюжим ты делал. Хорошо. Все снял. Джину выходить не надо. Втягивай в себя всю свою пыль, все свои подключки. И докладываешь, ты закончил. Готов. Хорошо. Демон, твоя очередь. Выходи, снимай все, что ты оставил в его биополе. И возвращайся назад. Мешок у него полностью сверху. А, он на него мешок накинул, да? Разделил часть его этим мешком. Снимай. Часть души в мешок посадил. Понятно. Готов. Хорошо. Итак, демон все снял. Я обращаюсь к Вадиму. Вадим, вы заключили контракт с демоном, добровольный контракт. Вы пришли к нам с просьбой аннулировать этот контракт. Вы это подтверждаете? Подтверждаю. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Вадим взял ответственность за свою жизнь в свои руки и выразил это намерение. Я говорю вслух, его тонкая копия повторяет за мной. Я вызываю все соглашения, контракты, договоры, экземпляры контрагента, а также всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. У него, во-первых, сухие вышли контракты или отработанные, или старые. Включенные, и вышла бумага, она горит. Пусть повторяет за мной. Внутренней властью моего суверенного я, законы свободы воли души и законного права распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Она есть. Но возвращается светлая энергия из этого листа, который горит. И лист в пепел превратился. Хорошо, открываю воронку в галактическое ядро. Все аннулированные контракты, все отработанные контракты, пепел уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяй. Готово. И сканер, дай мне полноту души на настоящий момент. 100%, отлично. Даю команду на рассинхронизацию Вадима с демоном, джином, суккубом, красным драконом и гуманоидом. На счет 3, 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация до 100%. Заканчивается автоматически. Демон говорит, что ты сделал мешок пустой. Я делаю свою работу. Ты делаешь свою работу, я делаю свою работу. Закончил. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Он, конечно, напичкан был чужими энергиями. Привык к ним. За это время можно забыть свои родные энергии, но привыкнуть чужим – это смириться называется. Чисто. Подхожу к Вадиму, помогаю моей энергии отстегнуть ему все каналы. На счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы, открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо, контракт аннулирован, демон. Чтобы ты не уходил с пустыми руками, хочешь получить эмоциональный фантом? Эмоции давай. Выходит эмоциональный фантом Вадима, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкие вибрационные эмоциональные энергии.
агрессивности и агрессии. Все это низковибрационное, им же сгенерированное, проецируется на его эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Но у него темный какой-то острый фантом, и демон радуется, агрессия, гнев. Хорошо, Вадим, эти энергии вы сами сгенерировали, здесь вам уже никто не мешал, вы готовы от них отказаться? Готов. Сворачивай энергии в шар, забираешь демон? Конечно, жду. Отправляю демона. Готово. Хорошо, у меня вопрос ко всем, кто еще присутствует в квартире Вадима из вас? Джин присутствует. Еще кто? Дракона из палаты. Больше никого? Нет. Хорошо. Выстраивается прямой канал, открывая канал в квартиру Вадима. 1, 2, 3. Срываю платы дракона полностью до 100%. Выходит, вылетает и летят по порталу в клетку тюрьму. В клетке тюрьме. Квартиру я не вижу. Да. Потолок с комнаты. Готов. Хорошо. Под платами открываю воронку в галактическое ядро. Платы уходят на переработку. Канал открыл и по каналу на чистоте джина. Забирай, летит вся его синяя пыль назад, все его подключки, все возвращается назад джину. Да, будет так, а так и есть. Пошел процесс. Немококарка какая-то на стенах. Все срывается, все летит в клетку. Готово. Хорошо, закрываю портал, опечатываю, растворяю. Я сейчас за джина сделал его работу, для того, чтобы я мог его отпустить. Я предупреждаю всех, кого я буду сейчас отпускать. Если вы еще раз придете в это биополе, я вас встречу, я буду проверять это биополе. Разговор у нас будет намного серьезней и болезней. Чтобы этого не случилось, найдите себе новое место обитания. Джин готов уходить? Готов. Суккуб готов уходить? Да. Открывается внизу два портала. Один на чистоте джина, один на чистоте суккуба. Джин забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Суккуб забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Демон готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Красный дракон. Я хочу получить слово красного дракона, что ты больше никогда не придешь ни в квартиру, ни к этому человеку. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Я прошу офицера Кольта выйти с нами на связь. На связи. Приветствую еще раз. У меня здесь гуманоид из системы. Так он назвал. 5,6 года сидел в биополе вместе с конструкцией. Поделили пополам. Каждый взял по 11% себе души вместе с демоном. Конструкция находится в клетке тюрьме. Я так и не понял, откуда он. Он сказал Сириуса. Забираем конструкцию его. Благодарю тебя. Там разберутся. Согласен. Готово. Хорошо. Клетка у нас пустая, Вера. Посмотри, пожалуйста. Да. Поехали по частотам. Переходим на чистоту Лярв. Если таковы есть, подсвечивается красным цветом. Да, есть. Его на языке Лярва. Когда он смотрит, ну, в том числе этот канал, он его комментирует. Интересно, Вадим, а какой этим канал? Этим отдает свою энергию. А какой канал вы смотрите? Меня уже заинтересовало. Где вы так активно теряете свои энергии, от которого вас даже током бьет? Ну, разные смотрят. Какие-то перестал смотреть. Это его. Должно быть решение. Итак, сканер отдает в магическом режиме, приступает к их удалению. Пошел процесс. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро, с этими энергиями уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо, Вадим, мы закончили вашу чистку. Аннулирован контракт с демоном. Все остальные сущности тоже выведены. Как вы себя чувствуете сейчас? Чувствую спокойно и уверенно. А также у меня есть знание, что все будет хорошо. Я защищен. Это верно. Заправляйтесь энергиями, сбрасывайте негатив каждый вечер. Устанавливайте все меркабы, у нас есть обучающие видео на канале, посмотрите их. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И не забывайте, у вас еще порталы в квартире. В сущности, мы оттуда двоих убрали, но есть и другие. Для освоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Вадима в его систему биоробот-душа, заводим, подключаем каждому органу клеточки извилинки головного мозга, проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.